Всем доброе утро, ребята. Слушаем. Представляем. Визуализируем. Ощущаем. Устройтесь поудобнее. Поудобнее. Сделайте глубокий вдох. И выдох. Еще один глубокий вдох и выдох. Соберите все свое внимание на ощущениях вашего тела. Почувствуйте свои ступни. Почувствуйте свои голени, свои колени. Почувствуйте все свое тело полностью. Почувствуйте одновременно всю свою кожу. Хорошо. Сделайте глубокий вдох и на выдохе полностью расслабьте свое тело. Выдохните все напряжение, все заботы. Пусть все останется позади. Сейчас есть только вы и ваша душа и мой голос. Закройте глаза. Не усните, ребята. Позвольте внешнему миру исчезнуть, раствориться. Сделайте глубокий вдох и на выдохе выдохните все свои мысли. Сейчас вы полностью расслаблены. Представьте, что вы где-то в очень комфортном для вас месте. Там так спокойно и уютно. Вы чувствуете себя в полной безопасности. Продолжайте фокусироваться на дыхании. Вдох. Выдох. Вдох. Прислушайтесь к своему дыханию, пока я молчу. Теперь начинаем обратный отсчет от 10 до 1. Пока я считаю от 10 до 1, представляете, как будто вы двигаетесь куда-то вниз, все ниже и ниже, глубже и глубже. 10, ниже,
9, 8, еще ниже, 7, 6, глубже. Вы чувствуете себя полностью расслабленным. 4, вы уже очень глубоко внизу. 3, ниже. 2, 1. Сейчас вы находитесь в своем подсознании. Вам абсолютно комфортно и спокойно. Почувствуйте блаженство, уют. Почувствуйте, что здесь вам очень-очень комфортно и полностью безопасно. Продолжайте ощущать свое тело, оставаясь в моменте здесь и сейчас. А теперь ощутите свое могущество. Ощутите себя Творцом, Творцом всего этого мира. Думайте о своем всемогуществе и ловите чувство эйфории, которое появляется в вашем теле. Продолжайте увеличивать эти чувства. Это очень приятное чувство силы, могущества, полного контроля над миром и реальностью. Вспомните свои прошлые достижения. Что у вас уже получилось сделать? Вы этого хотели, и у вас это есть. Еще больше и больше ловите чувство эйфории, могущества, радости, контроля над ситуацией. Вы единственный творец своей реальности. Все события, все ситуации, всех людей, их поведение, все это сотворили. И вы продолжаете творить каждую минуту. Это очень приятное чувство быть Творцом. И теперь мы начинаем сессию творения. Каждый раз, когда вы встречаетесь со своим подсознанием, вы начинаете творить. Творение происходит из двух аспектов: информации и эмоций.
Поэтому прямо сейчас, поочередно, мы с вами будем представлять образы вашего желания и испытывать сильные, приятные чувства. Вы полностью контролируете этот процесс, потому что вы творец. И что вы сейчас будете делать, будет актом творения. Прямо сейчас ощутите себя сидящим прямо здесь, прямо сейчас, в этот вечер и в это время, и будучи именно вами, но как будто сейчас здесь какая-то иная реальность. Это другая реальность. И здесь вы можете программировать эту матрицу. Давайте начнем с первой сферы вашей жизни. Пусть это будут взаимоотношения с людьми. Взаимоотношения с вашим любимым человеком. Представьте прямо сейчас себя, ощутите человеком, уже имеющим то, что вы пожелали. Какую реальность вы видите вокруг? Что происходит? Смотрите своими глазами, как будто вы в виртуальной реальности. Это не какой-то другой герой, это вы. Но вы уже совершенно в другой реальности. Что вы видите? Кто рядом с вами? Что эти люди делают? Что говорят? Как вы себя ощущаете? Помните, что вы полностью контролируете ситуацию. Поэтому вы прямо сейчас рисуете эти картины, персонажи. И вы рисуете ощущения. Теперь прямо сейчас испытайте в своем теле всю ту гамму эмоций, которая возникает у вас, когда вы понимаете, что эта новая реальность настала. Спокойствие. Продолжайте видеть эти картины. Продолжайте жить в этом мире. Любовь. Любовь к близкому человеку. И все именно так, как вы мечтали.
И все это происходит прямо сейчас. Начинайте чувствовать эти сильные эмоции всем своим существом. Это неимоверная радость, что все это прямо сейчас происходит в вашей жизни. И это вы. Это все с вами происходит. Как это ощущается? Что вы чувствуете? Теперь от всей души поблагодарите высшие силы за это благо вашей жизни. Скажите: благодарю Вселенную за идеальную личную жизнь. Благодарю за мои идеальные отношения с любимым человеком. Я благодарю, что рядом со мной прекрасный, любимый, идеально мне подходящий человек. Ощутите невероятное, потрясающее чувство признательности по отношению к Вселенной. Теперь, оставаясь тем же самым человеком, у которого все круто в личной жизни, все невероятно классно, и вы чувствуете себя очень комфортно. У вас дома очень все хорошо. У вас есть с кем быть, у вас есть родная душа. Теперь пора направить свое внимание и ощутить следующую сферу своей жизни, а именно вашу работу, дело или бизнес, то, чем вы занимаетесь. И мы сейчас подумаем о том, как вы этим занимаетесь, какие чувства у вас возникают, потому что работа, бизнес, дело – это то, что занимает очень большую часть вашей жизни. И вы наверняка прекрасно знаете, как было бы здорово, если все то, что вы написали, осуществилось. Поэтому прямо сейчас, оставаясь в новой реальности и по-прежнему чувствуя себя Творцом, всемогущим Творцом, по-прежнему удерживая фокус на состоянии здесь и сейчас, то есть вы чувствуете свое тело здесь и сейчас, но при этом вы воображаете вокруг себя новую виртуальную реальность. Итак, какие картины вы видите, представляя сейчас свою деятельность?
можете сейчас проговорить свое намерение, прочитать его, и это поможет вам начать воспроизводить эти образы реальности. Я думаю, что вы очень уверенный человек. Я думаю, что вы успешный человек. Вы наверняка занимаетесь тем, что вам очень нравится. Вы достигли своих целей в работе и бизнесе. Ощутите радость от того, что вы это смогли. У вас получилось. Возможно, вы сейчас увидите образы, где ваши друзья, коллеги, близкие хвалят вас за ваши успехи. Смотрят и говорят: нифига себе, ты молодец, ну ты даешь, круто. Как это ощущается? Верните ощущения в свое тело. И начните воспроизводить высокие вибрации. Начните с чувства уверенности в себе. Прямо физически ощущайте это чувство. Такая сила, могущество, уверенность. Превосходство. Все получилось. Вы достигли своих целей. Растите еще больше радости в своем теле прямо сейчас. Новая реальность окутывает вас, как будто вы в игре, в матрице. Как будто вы во сне и проживаете этот сон. И вы можете ходить, разговаривать. Вы можете обниматься с кем-то. Вы можете даже присесть на свое новое рабочее место. Или вы можете сделать то, о чем давно мечтали. Почувствуйте себя полностью реализованным в профессии человека. Прекрасно. Замечательно. А теперь настало время поблагодарить высшие силы за то, что все это стало для вас возможным. Поблагодарите Вселенную за то, что дала вам это в вашей жизни. Уже дала. Всей своей душой ощутите радость и признательность. Говорите: благодарю. Итак, вы человек, состоявшийся в профессии, имеющий
прекрасные шансы расти, расти и много зарабатывать. У вас все получается. И дома у вас все прекрасно. У вас идеальная личная жизнь. У вас любимый человек, который всегда рядом, поддерживает вас во всем. И теперь пришла пора обратить внимание на свою денежную сферу и подумать, сколько у вас ежемесячно есть денег. Прекрасно, это замечательная сумма. Теперь подумайте, куда вы будете тратить свои доходы в течение всего года. Что вы купите, как вы будете жить. Помните, что нужно периодически возвращаться ощущениями в свое тело, оставаться в моменте здесь и сейчас, но при этом сознанием, каким-то внутренним видением видеть картины, как во сне, как в виртуальной реальности, которую вы проживаете прямо сейчас. Например, прямо сейчас я могу в воображении взять свой телефон, открыть свой баланс на карте и увидеть там достаточно крупную сумму. А вы можете? Сколько денег у вас лежит на депозите? Сколько денег ежемесячно приходит на ваш счет? Не думайте, откуда они будут приходить. Просто увидьте эти деньги. Вы видите? Но они уже там. Ощутите чувство свободы. Ощутите всей своей душой, всем своим телом, которое сейчас лежит и сидит под этим телом. Ощутите радость, кайф от того, что эти деньги есть. Они сейчас уже есть. И они будут продолжать приходить, потому что поток денег налажен. У вас все получилось. Вы свободный человек. Деньги приходят к вам честные, заработанные. Либо кто-то вас обеспечивает, но это тоже абсолютно искренне. Это добрые, чистые, красивые деньги, которые можно потратить смело и чувствовать себя очень хорошо. Деньги пришли к вам для того, чтобы вы их тратили. Поэтому прямо сейчас в своем воображении купите те вещи, о которых вы давно мечтаете. Возможно, это автомобиль. Если это было в ваших планах, не нужно его визуализировать, если это не является вашей целью. Возможно, это дом, либо квартира, либо это вещи, которые вы хотели купить. То, что нужно вам, знаете вы. Вы наверняка записывали эти цели, если они для вас важны. Если для вас не важны эти материальные вещи, просто ощутите, что у вас на все хватает. Вы не переживаете о завтрашнем дне, а просто чувствуете себя очень спокойно и комфортно. Вот это невероятное ощущение, что деньги есть. Их более чем достаточно. Постарайтесь прожить момент
и ощутить невероятную радость в своем сердце. Как ощущается ваша новая богатая жизнь? Вы больше никому ничего не должны. У вас положительный денежный баланс. Как это классно ощущать. Растите эти приятные вибрации, приятные эмоции в своем теле. Физически ощущайте их прямо сейчас. Прекрасно. А теперь переходите к следующей части вашей жизни, которая тоже очень сильно важна для вас. Здесь я уже не буду давать вам указания. Ваша задача — испытывать невероятно приятные эмоции. Даю вам около 10 минут. И после этого мы еще раз проживем все эти эмоции и чувства благодарности. Какая у вас красивая жизнь. Какой же вы счастливый человек. У вас все есть. Как чувствуется эта новая реальность? Что вы ощущаете?